Переступив порог доброго дома, мы сразу окунулись в атмосферу праздника, где у всех хорошее настроение. В этом месте вообще редко грустят. Все друг другу рады. Здесь царит любовь и понимание. Молодец, аплодисменты! Руководит этим сказочным местом Ольга Вавилова. По образованию психолог, а в душе настоящий мастер добрых дел. Пережив в своей жизни тяжелые травмы и испытания, решила, что всегда будет рядом с теми, кому нужна помощь. Ольга – член общественной палаты Ленинского района, коуч-тренер, человек, который своим позитивом объединяет всех вокруг. Раньше семьи были одни, они не чувствовали поддержки, они не знали, что есть какие-то другие особенности и какие-то другие семьи. Они стали дружить, они стали более быть эмоциональны. И наша задача – поддержать семью в целом, как ячейку. Бывают даже семейные консультации, если это надо. Алиса занимается в клубе «Особый взгляд» уже несколько лет. Как рассказала мама девочки, результат занятий с Ольгой Сергеевной очевиден. И это несмотря на то, что большинство врачей даже не знали, с чего начать работу с ребенком. А уже сейчас Алиса посещает самый обычный детский сад и, возможно, уже совсем скоро пойдет в школу. В детском саду я дружу еще и с мальчишками, и с девчонками, и даже люблю маленьких деток. Постоянная обитательница доброго дома, собака Эрика, любимица всех детей. Вместе с ребятами охотно участвует в развивающих играх и выполняет команды. Дорожника, чтобы больно не сделали. Тихо, не бросаем, надеваем. Оп! И... отходим. У клуба много друзей-волонтеров, которым не безразлична судьба этих особенных детей. В этот раз к детям в гости пришел доброволец-спасатель Павел Травкин. Он с интересом наблюдал за работой психологов и старался найти общий язык с ребятами. И хоть опыт работы с такими детьми у него небольшой, он будет совершенствовать свои знания и навыки. А вот Лиза Кузнецова, ученица 5-й школы, давно сотрудничает с клубом. Дети с ней хорошо знакомы и доверяют. Когда я вижу какой-то результат, то я понимаю, что мне хочется идти дальше в этом направлении, мне хочется помогать таким людям. Вот я хочу дальнейшую жизнь посвятить работе с такими детишками. Я вижу их улыбки, их эмоции, их счастье, и мне хочется, чтобы как можно больше людей их почувствовали. Клуб «Особый взгляд» стремительно развивается. Занимается проведением парафестивалей, поддержкой семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, обучению добровольцев в работе с детьми с инвалидностью и многим другим. Проект участвует в конкурсе на премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Напомним, что прием заявок на участие продлится до конца мая. А в нашем районе есть достойные проекты, на которые стоит обратить внимание. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.